Ранен? Ранен, Василий Иванович. Ну и дурак. Ты есть комбриг один, мой боевой заместитель. И подставлять свой лоб всякой дурацкой пули не имеешь права. Так ведь пуля-то, Василий Иванович, она ведь не разбирает, кто комбриг, а кто... Да пуля-то не разбирает, а ты сам разбираться должен. Голова-то есть на плечах? Иди. Вот, к примеру, идет отряд походным порядком. Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне, показался противник и открыл орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять может быть впереди, потому как по одному человеку из орудий палить не станут. Теперь противник открыл пулеметный огонь. Где должен быть командир? Вот, допустим, у них здесь 10 пулеметов, а здесь 2. Где? Тут. Где 10? Тут. Соображать надо. Где им тебя ухлопать легче? Тут, где 10. Стало быть, и должен быть ты там, где 2. Иначе без командира и бойцам может быть крышка. Теперь противник пошел в атаку. Где должен быть командир? Быть впереди. Должен перейти в тыл своего отряда и с какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя. Иначе отряд могут обойти с фланга. Теперь решительными действиями отряда и его командира противник отброшен и обращен в бегство. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди, на лихом коне, и первым ворваться в город на плечах неприятеля. Оп! Соображать надо. А ведь ты врешь, Василий Иванович. Если надо, ты всегда сам впереди идешь. Да. Ну так кто, если надо?